Приветик, не спящие все остальные любители ланийских приключений. Где мое радио? Отлично. Так, сегодня пробуем геймпад. Но есть нюанс. Небольшой. Ну, классические мутанты берем. Самку. Но на этот раз будет не хищник, будет ганнер. Будем стрелять. Надеюсь, много. Так, и сегодня берем не готовку, сегодня берем марксмена. Можно мне зарерулить. Хотя, вообще-то показатели неплохие. Пойдет. Так, классика скорость, классика dimensional move и... И вот это. Отлично. Играем на лосе. Так, ага. О, оп. Чего ждем? Что-то все черное. О, она очнулась. А, нет, я не то нажал. Теперь нам не дадут вещи. Теперь нам дадут только сраный кусок мяса. Ну и ладно. Ну и не надо. Так, а вот теперь проблема. Например, нам нужно посмотреть, что мы носим. И нам нужно сейчас наверх и влево. Но если так сделать, то оп-оп, и хер там плавал. То есть можно только вверх, либо вниз. Зашибись. Обожаю. Это не то. Тоже не то. Это вообще не работает. Не туда. А может быть, лучше на клаве, наверное. Вот если бы работала хотя бы та менюшка, было бы здорово. Но, к сожалению, она не работает. Так что будем играть на клаве, как обычно. Как привыкли. Такс, нам дали все-таки бронзовый пистолет, это хорошо. Что ж, приступим к уничтожению ублюдков. Надо, кстати, убавить эту игру, она что-то слишком сильно орет. Где я тут? Наш восхитительный микшер. Она и так убавлена. Жесть какая-то. Пекс, кто у нас тут есть? А, кстати, да. Надо же первую прокачку вбросить. У нас, кстати, появился навык переговоров, так что, может быть, станет даже лучше. Марксмен на 14 прокачан. Это хорошо. А еще у нас есть фаерарм. Качаем фаерарм. Пока что. Меткость у нас 69%. Маловато. Могло бы быть и лучше. Могло бы. Но, видимо, не будет. А еще мы не можем готовить еду, поэтому вот этот кусок мяса нам нахрен не сдался. Надо будет купить скилл готовки. А для этого надо сходить в деревню. Куда ты убежал? Грёбаный кролик. Ходить в деревню, выполнить пару квестов. Вот это вот все веселое. Вампир нас убьет, наверное. Хотя не убьет. Так жалко оставлять это мясо. Его можно было бы приготовить и съесть, но... Но нет! Умирай давай. Парь, стой. Где он? Иди сюда. Не так близко. Грёбаные крабы.
Что-то еще есть. Крысы. Крысы, в которых хрен попадешь. О, наконец-то день. Так, тут еще есть. Я тебя вижу, кролик. А! Нормально. Нормально. Пойдет. Так, кто еще тут есть? Давайте, показывайтесь. Вижу улитку. Какая-то неубиваемая улитка, которая уворачивается от пуль. Даже в бабочку попали, а в улитку не могли. Капец. О, oh, no! Я пошел отсюда. О, oh, нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мать. Да. Дальше. Черт. Черт. Только не кидайся. 7 хп. Это было близко. Было очень близко. Теперь придется опять постоянно жрать всякое говно. Так, прошла прокачка, да? Это хорошо. Марксмен увеличивает урон, ну понятно. Так, медитация, тра-та-та, это не то. Убеждение других. А где тот скилл, который увеличивал криты? Вернее, шансы криту. Как он назывался? Он же здесь где-то был. Это не то. Тоже не то. Дэмэдж. Дизармы. Так. Здрасте, приехали. А где скилл? Черт, ну я так не играю. Ладно. Тогда качаем больше фаерармов. Итого 73. Ну, более-менее пойдет. В целом можно уже идти в деревню. Но я лучше еще пару уровней накину. Чтобы было совсем хорошо. И вот потом уже можно будет идти. Будем пока потихонечку продвигаться. Но это, конечно, да. Меткость просто на высоте. Вроде нет никого. Странно. А мне не снизили? А мне не снизили? Ха. Ну ладно. Просто обычно, когда убиваешь людей, которые на тебя вроде как не нападают, тебе снижают показатель общего отношения. А тут что-то вдруг нет. Видимо, это был какой-то не самый хороший панк. Гангстер. Так. О, демон умер. Жесть. Мне кажется, или мы слишком мощные для этого мира стали? Хотя облажаться можно и здесь, на самом-то деле. 13. Мышь нас кританула. Ха-ха-ха. Dimensional Move — это великолепная штука. Особенно для стрелков. Так. Краб меня не догонит, правильно ведь? Двигается со скоростью летучей... Ай, мыши. Но их здесь слишком много. Фух. 7 хп. Было близко. Да грёбаный петух. Как меня достала эта меткость в этой грёбаной игре, основанная на шансах. То есть у нас там есть
73%. То есть мы, по сути, считаем от расстояния 1D16 плюс 2, умноженное на 1,7. О, не-не-не-не-не. Чего он такой бронебойный? Не будем рисковать. Всякие летающие лягушки хотят нашей крови, но не получат. Нет, надо что-то более питательное. Надо брать греб... Я пошел со скиллом, потому что это нереально. Мы так затрахаемся существовать без готовки. Уровень, правда, низковат для этого, но... Ну ладно, маленькая девочка, добро пожаловать обратно. Кстати, поговорить. Отметить как ценного, конечно. Дашь мне без этого. Так. Кстати, обязательно поменять. Вот на такое. Имя. Как тебя зовут, кстати? А, зачем ей менять имя? Оно у нее и так вроде есть. Как там ее зовут? Мискас. Отлично. Хоть не Вискас. Так, день рождения. Spellbook Detection объектов. Замечательно. Но мы идем на охоту. Надеюсь, нас там не грохнут. Хотя, в принципе, даже если грохнут, ничего страшного, нас вернут обратно. Что, больше никого нет? Я вижу крабика. Давай, девочка, жги. О, это надо забрать. Сколько там осталось? Еще 7. Капец. Чё их так много-то? Чё-то нет никого. Где все упыри-то? Они обычно как-то в центре тусовали больше. О! Улитка! 5. Да, молодец. Убила бабочку. Видимо, они все здесь. О! Два осталось. А, он жив оказался. Ей, все, можно валить. Та-дам, кто квестодатель? Ты. Отлично. Так, нам дали ботиночки и даже лук. Клёво. О, статуя кошки. А можно как-то... А? Ну ладно. Так, есть одна платиновая монетка. Кто из вас скилла учитель? По-моему, ты. Каким скиллам ты можешь меня научить? Готовка. 5 монет! 5 монет! Охренеть! Ладно, будем пытаться собрать 5 монет. Ты чего в колодце сидишь? Вылезай. Что там еще есть? Еще одна охота, но она уже синяя. Это мне не нравится. Дам тебе 1000 монет. Замечать. Нет, мне пока это не надо. Мы пока пойдем, знаете куда? Мы пойдем купим новый ствол. Хотя нет, подожди. Полтос. А у нас он без идентификации. Вернее, без идентификации, да? Ладно. Надеюсь, мы не встрянем. Встряли. Эмбуш. Давай, девочка, жги, только не сдохни. Надо ей колечко какое-нибудь принести. Оп, молодец. Ку-ку. Твою мать. Пошли отсюда. Грёбаный лес. Что-то умерло, еще одна смерть, улыбка. Девочка рада убивать. Так. О. Торговец, ты торговец. Мне надо продать тебе лук за монетку.
Просто он мне не нужен. И да, так дешево. Мне нужно купить у тебя что-нибудь прикольное. Снайперская винтовка. 1D24, но мне это не нравится. Дробовик. Машинган, наверное, лучше взять. Хотя он стоит дешево слишком. Ну тогда дробовики. Что дороже, то лучше, насколько я помню. 4D8. По крайней мере, в играх это все еще работает. О, смотрите, а лук-то стоил немалых денег. Ладно. 200. Берем. И пули. Самые дорогие, что у тебя есть, серебряные. 141, 132. То есть любые из этих трех. Давай вот эти. Что у тебя еще есть? У тебя больше ни хера нет, а у меня осталось 200 монет, так что... Я, пожалуй, пойду. Платиновый дробовик. Серебряные пули. Отлично. Пойдем испытывать наш новый дрын. Только не в лесу. Ой, кролик. Только не убей. Замахается где-то. Очень упорно и настырно. Все, больше не махается. Пойдем искать кого-нибудь. Вот кто махался. Швачка? Нет, спасибо. Вот это я заберу. Акидзаси или катана, или что там? Акидзаси все-таки. Ну ладно, сойдет. Почему нет? Ау. 7 хп? Я валю отсюда. Надо ждать, пока погода успокоится хотя бы. А может быть, квесты обновились, кстати? Пойдем посмотрим. Так, день рождения, сбор, охота. Ну, синюю охоту мы не потянем. Мы просто не потянем синюю охоту, это слишком. Пока что для нашего уровня. Можно, в принципе, сходить в подземку к слаймам. Правда, мы их тоже, скорее всего, не потянем. Но я хотя бы квест возьму. И вырежу парочку слаймов. Только надо аккуратней. Так сказать, доходя до синего. Хотя умирают они неплохо. Может быть, даже хватит на того зеленого или синего ублюдка. По-моему, синий был. Девочка танкует. А, кстати, мне же там какую-то обувь дали, да? А, у нас нет обуви. У нас есть голова. Ну ладно тогда. Слышь, девочка, надо сказать тебе кое-что. Я рассчитываю на тебя. Ей это нравится. Так, вот тебе броня с ботинками. И вот эти ботинки тоже на. И вот это говно на. Рейндж. Она кидаться ей, что ли, будет? Нет, она не надо. В руку. Вроде все. Пошли дальше. Что у нас с меткостью? 82%. Ну, это хорошо. Ну, то есть вы уже чувствуете, да? 82% они чувствуются. Так, девочка, только давай не сдохни. Ладно? Плащ вот я вижу. Классный. Воу. Маленькая девочка сожгла собственную одежду. Ну тут ты это, аккуратней что ли.
Неужели мы синего сможем положить? Я в это не верю. Не, надо, нам не хватит. Не-не-не-не, мы пойдем качаться дальше. Нафиг надо. А лоси рисковать? Не-не-не-не. Не хочу. Это я так просто, чисто ради экспы повырезал парочку ублюдков. А что так лагает-то? Кошмар. Пойдемте качаться вот здесь вот где-нибудь, прокачаемся. Девочка, ты куда свалила? Шла, что ли, кого-то? О, смотри-ка. Правда, кто-то был. Нам еще 2500 экспы качать надо. Это надолго. Панка завалим. Завалили. Ну, кстати, плюс один вообще стало. Слава 16, рейтинг 4. Нормально. Необычно. О, хавчик. Мне нужно 5 сраных монет. Для того, чтобы получить 5 сраных монет, нужно выполнить еще 4 сраных квеста. Чтобы выполнить 4 сраных квеста, нам нужен уровень. Нам нужна экспа. Поэтому мы сейчас с вами ходим кругами и ищем ублюдков, которых можно убить. Хотя можно сходить какой-нибудь данж и там что-нибудь сделать. Ну, кстати, также прокачаться вполне можно. В этого уже не стрелять. Это вроде как бы хороший. Ты кто? Ты что такое? Это нимфа. Мне страшно. Я пойду отсюда нахрен. Убьет еще. А мы на лосе. Так, там опять кого-то нашло. За экраном. Мясо. Давайте отдадим его девочке. Может, она его съест? Да. А то валяется. Да, она его сожрала. Ну ладно, хоть мясо не пропало, уже хорошо. Опять кто-то махается. А, это этот. Ну, этого не жалко. Пусть махается. Мясо из бабочки. Что там, труп бабочки? Да, труп эффектной бабочки. Держи. Ну, этого трогать не будем, ладно. Пока можно отсюда свалить. Что-нибудь съесть. Ну, в целом можно сходить в данж, но... Лучше, наверное, пока в полях потренироваться. Просто в данже могут и навалять. Причем так знатно навалять. Просто ваншотом выбить. Не люблю эту карту. Она говно. Эти ягодки, они вкусные, конечно, но они... Они немножко забродившие. Паукан. Чуть не убил. Надо аккуратнее ходить. Это все-таки лосс. Тут проиграть можно. Она вон жрет все подряд вообще. Труп облутать. Бутылка, свиток. Вишенка. Девочка, хочешь вишенку? А. Что-то она не рада этому. Она радуется только колечкам.
и ожерельем. Она опять кого-то нашла и убила. Ваши отношения с Миско стали лучше. Семьдесят пять уже, кстати. Это хорошо. Хорошо. Так. Все, больше никого нет. А, девочка там опять кого-то убивает. А, паука, не убивай. 7 хп. Она его убила, по-моему. О, не-не-не-не-не-не-не. А, в него. Черт. Это очень плохо. Ну, это уже не очень плохо, ладно. Дойдет. Дамагавка. Интересно. То есть все это время он кидался на стамагавкам. Что ж. Ладно. Допустим. А я отдал ей плащ или... Или нет? Что у тебя вообще есть? У нее нет плаща. А дай тогда обувь. У нее молоток есть? Прекрасно. Тогда это я забираю. Молоток можешь оставить себе. А тебе вот плащ. Надеюсь, она его напялила. С кем ты там опять махаешься? Mana Slash. Так где ты? А, это в центре там, что ли, махалась? Вот ты где махалась. Тысяча шестьсот. Как долго качаться. Стошнило. Так. Кролик. Давай ты не будешь меня убивать. Надо сходить в город поспать. Thanks. Только перед этим надо купить что-нибудь пожрать. Иначе будет грустно. Кто тут продает еду? Свали. Ты продаешь еду. 140? Ладно, я так посплю. Ага, так. Новая обилка. Это понятно. 7 часов проспали, освежились, чувствуете себя хорошо, потенциал вырос. И даже не особо голодны. У меня нет 140? В смысле? А, ты не голоден? Окей. А, да ладно. Свали с места, а. Квесты обновились?
день рождения, сбор, охота, зеленая. Отлично. Отлично. Восемь осталось. Восемь осталось. Капец. Чего тут так много? Шесть. Четыре. Жесть. Ой, эта белка нас убьет, наверное. Ну ее нахер. Два. Отлично. Кто квестодатель? Ты? И ты. А кто? А, я тебя вижу. От меня не скроешься. Вот ты где. Монетка, монетка. Ха-ха-ха. Так. Ну, Марксмана качать особо смысла нету. Файрар мы, наверное, вкачаем побольше. Будем чаще попадать. Спеллов нету, фитсов нету, так что можно спокойно идти дальше. Так, что там за квесты с днем рождения? Что хотите? Спеллбук детект объектов. Нет, спеллбук гемов, нет. Харвест, нет. День рождения синий. Пустая чашка. Пустая чашка. Я, по-моему, пустую чашку. Слушай, а у тебя нет пустой чашки? У него нет пустой чашки. Я могу ему, кстати, продать вот это говно. Но мне все равно не нужно. Я пойду искать пустую чашку. По-моему, у меня в пещере была пустая чашка. Так. Пустая чашка. Да, это она. Кайф. Это я тоже заберу. Пока что. Ей, я донес пустую чашку. Кто-то захотел на день рождения пустую чашку. Что ж, почему бы и нет. А, квест отвалился, да? А, нет, вот он. Вот твоя пустая чашка. Ревор. Так. Чашка кофе. Кровавый спеллбук. Курария. Деньги и платиновая монетка. Класс. Ваш рюкзак вас раздавит. Черт. Слышь, где этот? Где этот местный упырь, который торгует здесь оружием? Вот он. У меня слишком тяжелый рюкзак. Мне нужно его освободить. Так, на, томагавк тебе. Маленький щит вот на... Хотя нет, щит я себе оставлю. На ботинки вот это говно. Перчатки, жилук, бронзовый пистолет. Хотя оставлю бронзовый пистолет. Тяжестрелы, пули тоже оставлю. Это все мусор, рационы, рационы. Это фигурка. Не, фигурку я пойду. Кстати, у меня есть деньги? 3600 у меня есть. Можно сходить ассортимент проверить. И кто из вас детектом занимается? Ты? Не ты. Ты? Не ты. Может, ты? Не ты. О, еще денег насыпали. Значит, ты. За 600 монет детектила мне весь став. Пойдем посмотрим. За сколько уйдет этот став? Так, ну, во-первых, держи вот это говно. Вот это говно. Так, во-во-во-во, вот это уже лучше, 120.
Нормально. Карточки я пока приберегу. Они особо много не весят. Так, вот это говно держи. Вот это говно держи. Вот это говно. Вот это говно. Вот это говно. Урария. Что она вообще делает? Трава. За 3 сотки. Ну ладно, я ее съем когда-нибудь. Спеллбук телепортации. 5 зарядов. Оставим пока. Святая вуаль. Ну ладно, допустим. Остальное пока оставлю. Остальное пока оставлю. Броня у нас одна. Окидзаси 4D3. Может, щит, наверное, пануть надо. Резисты. Увеличивает скилл топоров. Да, я пока со щитом похожу. Так, ну раз у нас такое огромное количество денег, я пойду тогда сделаю некоторые инвестиции. Кое-куда. О, сегодня хороший день, чтобы сдохнуть. Что продаешь? Вау, ты решил меня ограбить, да? У тебя нет стволов, у тебя нет того, что мне нужно, у тебя какие-то странные плащи. Защитка для шеи за 11 тысяч. Спасибо, конечно, но я, пожалуй, пас. Цена великолепная. Аревар. Пойду лучше вложу эти деньги. Вот если бы у него был ствол за 4 тысячи, я бы его купил, а так? Так, что продаешь ты теперь? Снайперские винтовки, ага. А лазерного оружия нет, да? Десятиточный пистолет за 3 куска. Ну не, мне такое не нравится. Давай мы тебе лучше денег в магазин вбухаем. 1900. 2900. Все, готово. А теперь ты что продаешь? Все то же самое. Ладно, я в другой раз тогда приду. Посмотрим, что ты там напродаешь. Кстати, раз уж я здесь, почему бы и нет? Та-дам! Там прям на алтаре, да? Бронзовый пистолетик туда кинул. Валим дальше. Мне все еще нужны сраные квесты. Кстати, девочка, надо с тобой поговорить. Сказать ей, что мы на нее полагаемся. Вроде дать мы ей больше пока... Вернее, дать ей особой пока больше ничего... Вернее, и нечем. Что-то я сегодня прям молодец, да? А у тебя что есть? Есть кольца. Есть убежище. За 6 тысяч. Ух ты, Portable Cooking Tool. Черт, классная штука, и всего 1700 стоило. Жалька. Вернее, жаль, я деньги слил. Эх, ну ладно. Пойду зарабатывать платиновые монетки. О, охота. Отлично. Еще и зеленая. Так, нам осталось еще 6. Ублюдков найти и уничтожить. Уже 5. Чё-то их нету. 4. Надо аккуратненько здесь ходить. Она уже кого-то убила. 3. Два. Ой-ой. По-моему, она справилась. Остался один упырь. Нас чуть не похоронили, кстати. Ох, это был всего лишь глаз. Валим отсюда. Отдай мою монетку. О, шлемак. Класс, бронзовый.
Нужен еще один квест. Так. Красавица и чудовище. Зеленое. Так, моя подружка. Вернее, за моей подружкой бегает бывший. Ей нужен эскорт. Если ты безопасно приведешь ее в Дерфи, я дам тебе 2000. Дерфи. А где Дерфи? Дерфи, Дерфи. Я не помню, где Дерфи находится. Так, старый... Опа. Вот все херня. День рождения, спеллбук, телепортация. А у меня, по-моему, есть спеллбук телепортации. Кто-то хочет на день рождения мусор. О, охота зеленая. Давайте сначала охоту зеленую сделаем. Потом спеллбук отдадим. И потом, может быть, сбегаем в Дерфи. 18. Ух, мы живы. Паукан. Сколько осталось? Как там? Еще 3 осталось. Не так уж и много. 2. Ей. Вроде все, да? Да. Кто? Шапочка. Так, и сколько у нас платиновых монет? 5. Крестодатель прямо здесь. Будь любезна мне, готовку. Обучи. Отлично. Все, мы можем готовить. Наконец-то. Наконец-то мы можем готовить. Текст, но это еще не все. Спеллбук кто-то хотел. А, это ты и хотела спеллбук. Вот тебе твой спеллбук. Зелье, деньги, монетка. Класс. Что с уровнем? До сих пор 3-й. А. Ладно. А? Прости, я тебя подвела, стало грустно. Что? Она упала в колодец? Тьмать! Старая полка. По-моему, была одна старая полка здесь. Сейчас глянем. Так, где-то здесь вроде была. Не то. Тоже не то. Старая полка, старая полка. Здесь тоже его нет. Ну ладно. Черт, девочку жалко. Сдохла. Надеюсь, я справлюсь. Нам еще левел ап должны подвести. Меткость. Че с меткостью? 87%. Странно. Так. Файрармы. Да? Да. Больше файрармов. Спеллов нет. Спеллов... Фицов нет. Ну, в принципе, все. Убиваем дальше. 90% шанс попасть. 90! Какого черта? Там сейчас, конечно, скейлинг от расстояния, но... не менее. А справимся ли мы? Мы справились почти. Нас убила кислота. Нельзя к нему подходить вообще. Черт. Ну это было здорово, мне понравилось. Все так хорошо шло, ну елки-палки, ну... Эх. Ладно, в другой раз попробуем. В общем, продолжим с вами в следующий раз, ну а пока что... Такие дела.